Всем привет, вы на канале Злата ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Предлагаю обсудить следующую новость. Неймар вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории Пари Сен-Жермен. 30-летний бразильский нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар, благодаря голу с пенальти в ворота Труа, матч завершился счетом 2-2, в 36-м туре чемпионата Франции вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров клуба. Для бразильца этот гол стал 99-м за Пари Сен-Жермен. Ему удалось обойти алжирца Мустафу Далиба. Рекордсменом парижан по голам является уругвайский форвард Эдисон Кавани с 200 забитыми мячами, ныне выступающий за Манчестер Юнайтед. Следом за ним располагается действующий игрок Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, 167 мячей. А замыкает тройку лучших Златан Ибрагимович, 156 мячей. Классный список, конечно, но в Пари Сен-Жермен другого и не может быть. Ближайшая цель Неймара – Доминик Рошто, на счету которого 100 мячей. Следом идет Педро Паулета с 109 голами. Ну, в принципе, Рошто Неймар может догнать. Один мяч ему понадобится для этого. Напомню, Неймар стал игроком Пари Сен-Жерменом летом 2017 года, перейдя из Барселоны за 222 миллионов евро. Это, конечно, нечто. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 8 результативными передачами. Вот такая новость. Давайте пообсуждаем в комментариях. У меня на этом все. Всем пока.